Нижегородские баскетболисты встретились с командой из Перми «Парма». В гостях наша команда уступила, и сейчас стояла задача взять реванш. Матч очень принципиальный за счет того, что там в Перми этой команде мы проиграли. И проиграли обидные 2 очка. В чем сила «Пармы»? Это все-таки легионеры. Это все-таки дальние трехочковые броски, которые... Но в чем наша сила? Это командная игра. Матч завершен со счетом 78-73. Победу одержала команда «Парень Нижний Новгород». Мы очень расстроены. Мы болели за нашу любимую команду «Парма». Мы из Перми. «Парма» показала тоже неплохой ответный удар, но все-таки мы сильнее Нижний Новгород победил. Да, красиво все. Это 5-е место, как я понимаю, сейчас. 5-я строчка турнирной таблицы. Это точно. И будем бороться для 4-й строчку.